Тихо. Это или это? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Привет! Привет, дети! Давайте узнаем, как говорят животные. Что говорит свинка? Что говорит корова? Давай покажем Алисе всех животных на ферме. Пристегни ремень. Ты готов, Крис? Да! Мы приехали! Кормление козочек! Нам сюда! Козам нравятся яблоки! Вау! Ты такой голодный! Овцы говорят бе. Это кролик. Нет, он такой милый, а? Мойте руки после того, как покормили животных. О, молодец! Чисто. Тебе нравится? Рыба! О, поздравляю! Привет! Hello. Давай покормим птичек. Крис, смотри! Ах, они такие милые! Они такие голодные! О, боже мой! О! Не забудьте помыть руки после того, как покормили птиц. Чисто! Ладно! О! Это гигантский медведь! Привет, привет! Как у тебя дела? Мама, мама! Идем на поезд. Хорошо. Готовы? Да, мы готовы. Лошадки и ослики. Пойдем. Ты видел осликов? Да. Хорошо. Это ослик. Ой, боже мой. Они такие милые. Это корова. Корова говорит. Это лошадь. Лошади сказали.
Свинка сказала хрюх-хрюх-хрюх-хрюх, а корова сказала му. Теперь мы нашли всех животных. Пока-пока! Нам надо на ферму! Да! Да! Поехали! Okay. Вперед! Ты готов, Крис? Поехали! Мне это не нравится! А? Ну ладно! Вижу. Классная ферма. Вау! Клубника. Давай ее найдем. Гигантская клубника! А? 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 Нашел гигантскую клубнику! О! Прекрасный арбуз, смотри! Арбуз! Красный помидор! А, свежий помидор! А, подсолнухи! Крис, где ты? Thank you.